Ивановцы почтили память жертв блокады Ленинграда, возложив в констелляции со стихами ивановских поэтов о войне 900 свечей. Это число выбрано не случайно и символизирует 900 дней блокады, дней ужаса, которые пережили ленинградцы. В акции памяти приняли участие более сотни человек, причем большая их часть – молодежь, учащиеся школ, вузов, воспитанники патриотических клубов, что доказывает, что молодое поколение неравнодушно к трагедии тех лет. Самое главное, что сами молодые люди, наши сверстники, да, те ребята, которые, может, помоложе нас, говорили, что им очень понравилось, они благодарили за то, что мы дали такую возможность, еще раз всех собрали вместе и напомнили об этой дате.